Да, конечно. Прикольно, должен быть бой. Ну, по крайней мере, расклад вообще отличный. Всего лишь две ПТ-хи. У нас три. Арты нет. Привет, сметанка. Интересно, что это там забыл? Ну-ка, иди-ка туда. Как же я вас, оленей, ненавижу. Эх, почему нас ненавидят? Я люблю оленей. Они классные. Да, вот что-то, правда, парни у нас там наверху умирают зачем-то. Просто 50-120 поехал и умер один. Парни все еще на аллее где-то, пусть к самому концу, особенно вот Е50М забился там все на аллее.
Корсик с этим 150-мм, походу. Бастер. Да, по идее, 54-ку должны сверху нести. Там Центурион тоже. О, 53-й объявился наконец. Парни все стоят на аллее. Фух, отлично. Как же мне здорово повезло, что я сбил захват. Ну все, теперь терпеть. Обидно, вот с ФВ я не убил.
Как вот комом не пробил ему лицо. Офигенно. Спасибо, Rain Metal, за поддержку, и Т-28 тоже. Сметанка, так это ты был? О, ну, кстати, это мой новый рекорд по опыту. Вот если бы убил бы я ФВ вот этого, ну, ребята, сами все видели. 4 промеха по шотному танку, а 5-е попадание кумулятивом в область башни не пробить. Т-28, конечно, спасибо ему большое, что он весь бой сделал, 26 выстрелов. Он что же, он не поехал-то? Вот он же видел, что происходит. Он просто стоял.